каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, тра-ба-бах, и нет его. Привет, друзья! И снова у нас веселая переменка. И мы с малышами из первого класса покажем вам веселые игры. Итак, первая игра называется «Кто быстрее возьмет мяч?». Мы сейчас ее с ребятами вам покажем. Игра называется «Раз, два, три, четыре, пять». Все участники игры свободно бегают по полянке. Но по моему сигналу они должны остановиться и построиться. Если я скажу два – парами, если скажу три – тройками, четыре – четверками, пять – пятерками. Хорошо посчитали. Четыре у нас, да. Да, четыре было. У меня шесть туда.